Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Урайцы. Хоть у нас на улице, можно сказать, еще зима, хотя календарная уже весна, март месяц наступил, но виноград мы будем открывать в нашем регионе, а именно в Свердловской области, 5-15 апреля, ну, в зависимости от погоды. А сейчас я уже теплицы открываю. Зачем это я делаю, сейчас подробно и расскажу. Итак, поехали! Есть, конечно, у меня про это синтепоновое укрытие. Я считаю, это вот для теплицы наилучшее. И легко укрывается, легко собирается. А самое главное, держит температуру. В прошлом году, в декабре, у нас было 48 градусов. Ну все, укрытие надежное, проверенное, все выдержало. Лучше этого укрытия и проще я вот пока для теплицы не нашел. Есть у меня на канале, как я его шил, как я его делал. Кому интересно, посмотрите. Ну, для тепличного виноградарства, я считаю, самое то. Он помощник у меня пришел, помогает. Рано пока еще, Кузя, не будем открывать. На улице, конечно, у нас еще снега очень много. Прокопал только вот проходы к теплицам. Ну, не до земли, конечно, копал, так, чтобы пройти. Вот судите, сколько снега навалило. Ну и все, сейчас вот теплички, входы уже все откопал. Сейчас можно будет потихонечку открывать. Конечно, если посмотреть, на улице порядка там, не знаю, 70, может там где-то даже больше, метр снега. Сейчас вот откопал все двери и... Ну, хотя бы вот, когда минус 10, буду южную сторону открывать у теплицы. А если будет там минус 2, 0, то вообще буду насквозь открывать двери. В чем проблема? Вот сейчас на улице минус 10, а в теплице плюс 2, плюс 3 градуса. Это еще все нормально, это еще все, скажем так, терпимо. Но как только на улице станут температуры, ну, порядка 0 градусов, то примерно в закрытой теплице будет... Плюс 10, если солнышко выйдет, то и плюс 15 градусов. А как я и сказал, нам открывать виноград еще через месяц, то и более. Но за это время, если двери будут закрыты, а температура будет плюс 15, плюс 10, а если на улице будет плюс 5 градусов, то тут уже плюс 20 и плюс 30, ну, в закрытой теплице, при хорошей солнечной погоде, то все эти вот положительные температуры будут пробуждать виноград. Но как они будут пробуждать? Если сейчас посмотреть, укрытие у меня еще лежит, то есть это синтепон, будет прогреваться только самая верхняя часть, где у нас находится лоза. На улице все равно еще очень холодно, все замерзшее. Даже при таких температурах в теплице, там плюс 20, плюс 30 градусов, до корней земля никак не отогреется. И в моей практике был вот такой вот очень неплохой случай. Поторопился, скажем так, с одной стороны. Где-то в середине марта открыл, убрал все утепление. Открыл лозу, думаю, ну, пораньше получу виноград, пораньше у меня лоза созреет, все будет пораньше. А по факту получилась совершенно страшная история. Прошлый год был замечательный с точки зрения вызревания лозы. Тут никаких претензий нет. Лоза вызрела на метр, а то и два. И поэтому урожай в этом году должен был быть отличный. Но, тем не менее, как вы видите, вся лоза абсолютно умерла. Идут побеги только от корней. В чем же причина? Мы немножко в этом году рановато открыли виноград. То есть мы открыли его 17 марта, а подвязали 17 апреля. Но даже при подвязке пасока не шла. Весь этот период в теплице было очень жарко. Температура превышала днем на солнышке больше чем 20 градусов. Максимальные показатели доходили до 40. То есть у нас лоза лежала практически в пекле, а корневая система не работала. То есть земля была еще очень даже и очень холодная. В итоге корневая система не работала, лоза просто-напросто сгорела. Открытие дверей и форточек решает эту проблему с большой легкостью. К тому же, как практика показала, если посмотреть у всех кустов почки, именно те, которые находились в земле, стартанули, дали старт новым побегам. То есть в земле, если у вас лоза находится, а мы именно используем земляное укрытие, в таком состоянии лоза никак не выпрет, даже если будет очень тепло. Именно прорастание спящих
почек, которые находились в земле, этому явное подтверждение. Чтобы корневая система быстрее заработала, все равно поверхностные слои почвы быстрее прогреваются, нежели корневая, которая находится внизу. Обязательно нужно после открытия виноград в наших условиях тепличных пролить хорошо, обильно, причем теплой или даже, я бы сказал, горячей водой. Такой, чтобы вода была градусов 50-60. Это даст хороший старт корневой системы. Она заработает, естественно, пойдет пасока, и лоза в этом случае, даже если у вас теплица, потом вы, конечно, закроете окна и двери, температура будет, естественно, подниматься, лоза в этом случае уже никак не сварится и не высохнет. Не будет такой картины, как у нас. Я ждал, когда сейчас у меня все пораньше пойдет в рост, а по факту, просто-напросто, у меня лоза умерла. Я еще не сразу этот момент понял, но когда уже все сроки прошли, я жду роста, а роста нет, а почки начал трогать, они все сухие, лозу начал гнуть, она ломается, вся сухая. Конечно, это ужасное. В 2019 году у меня вот такой был случай. Я вам ни в коем случае такого не желаю пережить. Это очень обидно, когда у вас две теплицы, порядка 40 сортов, и когда я обычно снимаю там, ну, за 200 килограмм, это минимум самый такой, а обычно больше гораздо, конечно, винограда, а тут, ну, практически ничего, потому что вся надземная часть была погибшая. И все кусты у меня с 2019 года пошли от корня. Конечно, все можно восстановить, конечно, урожай на следующий год можно получить, но это уже совсем другая история. Есть у меня ролики тоже, если кому-то интересно, как восстанавливать, посмотрите. Но лучше этого не допускать, поэтому откапывайте свои теплицы, откапывайте двери, и на день, если у вас на улице температура 0 градусов и больше, то можно открывать насквозь теплицы. И с одной стороны дверь, и с другой стороны. Ну а если температура там минус 10, минус 5, то достаточно открыть одну южную сторону. Если вы, конечно, живете далеко, то сейчас уже сильных таких морозов не будет. В любом случае, откройте одну южную дверь, пусть у вас лучше будет, ну, прохладная, там, до минус 15, до минус 20. При наличии укрытия винограду не страшно. Уже температуры не будет такой большой. И виноград у вас до открытия спокойно перезимует. Лоза у вас не проснется. Ну а потом уже, когда на улице станет потеплее, естественно, укрытие уберем, тогда уже начнет прогреваться и земля. И в этом случае у нас и лоза, и корни, корневая система стартанут в одно время. Этого и нужно добиться. Вот сейчас именно страшно раннее потепление. И его ни в коем случае не допускайте. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч!